все. Спасибо, но я бы хотел ответ не на ваш вопрос, а коль мы коснулись, вот начали с селекции, или по сортам. Да. Вот, хочу высказать свое мнение. Вот если по направлениям аграрной науки разделить, то селекционеры сделали колоссальный шаг вперед за последние 50 лет. Ни одна отрасль сельского, аграрного не сделала таких успехов, как селекционеры. Это надо признать. Если 50 лет назад мы мечтали о урожайности 100 центнеров, это была мечта, то сейчас это реальность. Но, к большому сожалению, я опять, как говорится, и ложка дегтя, и меда. К большому сожалению, селекционеры увлеклись штамповкой сортов. И сортовой технологии, как было раньше, практически нет. Все идет шаблон. Сроки сева, нормы высева, предшественники, обработка. Я обращаюсь к селекционерам, вот посмотреть те рекомендации, которые давались Лукьяненко, Ремесло, Иван Григорьевич Калиненко. Под каждый сорт сроки сева, нормы высева, предшественники, обработка. Сейчас, к сожалению, этого нет. И то, что мы сейчас вот сидели и обсуждали, ведь на землю пришли, я не хочу сказать, что люди необразованные, нет, но они не имеют агрономического образования. У них огромный, может быть, практический опыт работы. Но знакомясь с тем или иным сортом, он же читает характеристику, что там написано, и верит этому. Оно бывает как на заборе. Написано одно слово, а там дрова заглянешь. Поэтому вот в этом плане селекционерам нужно обратить внимание более сортовую технологию. Ведь смотрите, Елена Витальевна, Лукьяненко за всю свою жизнь создал один сорт, шедевр, который в мире до сих пор сеется, Безо-101. Ремесло, Мироновская 808, Иван Григорьевич Калиненко. Потом уже пошла та штамповка. Не нужно гнаться. Я понимаю, что есть престиж, ага, сколько селекционеров. Я 10 сортов сегодня выдал, то 20, а то, что не сходят через 2-3 года. Ну, Александр, вот это мы и сталкиваемся с этой проблемой. Сорт живет недолго, нынешний. Ну, я хочу сказать, Безо-101 в Европе сеется до сих пор, так сказать, суждение. Вот. И прежде чем вот говорить о тех нюансах или нет, если рассматривать сорт, это элемент технологии. Обработка почвы – это элемент технологии. Удобрение – элемент технологии. В большинстве случаев нарушается технология выращивания. Не только зерновых культур, но практически всех. Сиюминутная выгода, коммерческие так называемые культуры. Ну вот Александр Иванович сказал, я так его, тысячу сколько у вас гектаров земли? 1700. 1700. А зимой сколько? 1200. Вот все. Зерно по зерну, ну в народе есть пословица, это ж народ. Хлеб по хлебу сеять, не молотить, не веять. Должен быть севооборот. Да, зерно востребовано, тут экономика, и я не осуждаю ни в коей мере. Просто-напросто те вот проблемы, если говорить о больших, мы сами себе создаем. Сами создаем. Вот смотрите, у нас в области, если в целом сказать, зерновые больше 50% в структуре посевных площадей. Больше 50%. Больше. Ну, если говорить официальной статистике, это около миллиона так называемых чистых паров. А остальное, почему мы сеем? Удобрений, ну, Александр Валентинович лучше расскажет. Практически мы не применяем, я имею в виду органических, потому что их нет. Да если были, это очень дорогое удовольствие. Минеральные вносятся, но не все. Вот. И ну, то, что рекомендует наука, к сожалению, не выдерживается. Ну, а теперь в отношении вот то, что мы затронули. Дорогие друзья, я думаю, будут слушатели. Прежде чем вот говорить о том, что причинах,
Если мы начали заниматься зерновыми культурами, в частности, по озимой пшенице, я всем бы настоятельно рекомендовал прочесть книгу Антона Ивановича Носатовского. Лучше книги по пшенице нет. И там четко сказано. Он проводил свои исследования в Персиановке, основатель кафедры растениеводства, что биология пшеницы, ее нужно знать. И в зависимости от тех условий, в которых находится растение, мы должны учитывать. Вот я обращаюсь ко всем, да и к слушателям более старшего поколения. Вспомните 40-50 лет назад, какие были зимы. Я вспоминаю свое детство. Я родом с Кущевского района. Я зимой, в декабре месяце выпадал снег, и в конце февраля он сходил. Мы с крыш на санках по снегу спускались. Кто сейчас скажет, когда у нас снег был устойчив за последние 20 лет? 87. Я говорю, за последние 20 лет. Не было. Когда такая попадали? Мы все говорим о том, что изменился климат. Рисуем там разные страшилки про озоновый слой, что все, ледники растают. Ну, может быть, это и так, я не претендую, потому что я не специалист. Может, и растает, может, кого-то затопит. Вот. Ну, дай Бог нам здесь, в Ростовской области, разобраться со своими проблемами. Изменился климат, все это признают, а технологии не меняются. Я не зря упомянул Антона Ивановича Носатовского. Вот те сроки сева, коллеги, вдумайтесь, которые Антон Иванович Носатовский рекомендовал для 30-х годов прошлого столетия, для тех сортов озимой пшеницы. Они остались на 21 век. А что, климат не изменился? Вот отсюда все проблемы. Вот здесь и Александр Витальевич говорит, что осень у нас проблемная. Да у нас практически каждый год проблемная осень. Каждый год. И достаточно уважаемые люди с высокой трибуны в сентябре месяце, выступая, собирают предпосевные совещания и говорят. Даже в августе. Ну, может быть, и в августе. Наступили оптимальные сроки сева. Сейте озимую пшеницу. А ему из зала говорят, влаги нет. Ничего, пойдут дожди. Ну хорошо, прокукарекать вот на с трибуны. Вот Александр Иванович сидит, ему принимать решение. Он же сказал, я за всю свою жизнь ни копейки не взял кредита. Он все со своего кармана. Если холдинги, ну там они же пользуются льготными кредитами, финансированием. Ну это политика, не буду касаться. Ему принимать решение. Сказал, уважаемый человек, с 15 сентября нужно сеять. Влаги нет, и он сеет. Он же верит. А выступающий говорит, когда пойдут дожди? Скоро. Ну, понятие скоро, вот как в прошлом году. Они пошли в ноябре месяце. И этот процесс, коллеги, неуправляемый. И нужно понять, если говорить о биологии пшеницы, чем моложе растение, тем лучше воспринимает стресс. Вот из всех наш, ну будем говорить так, вот Саша, если мы здесь заболеем, она более устойчива, у нее молодой организм, иммунитет. Но мы с Александром Васильевичем чуть-чуть постарше, нас быстрее болезнь накроет. Вот это нужно учитывать, дорогие друзья. И когда в конце прошлого века вот эти проблемы, они же каждый год у нас. Только мы об этом почему-то молчим, не говорим. Вот. И пытаемся найти, виноват сорт, виноват технолог. Я как представитель высшей школы могу сказать, в высших учебных заведениях закончилось агрономическое образование, подготовка агрономов. Бакалавриат – это преступление, потому что выпускники то, что мы давали специалистам, не знают. Если есть надежда, кто принимал решение, что вот он сядет в интернете и будет заходить читать, ну будет единица.
будут единицы. То есть, ну, ни от нас это не зависит. Принимают решения специалисты, а специалистов мало, их нет. И поэтому нужно вот такие мероприятия, которые вы проводите, Александр Васильевич, ну, Николай Васильевич, это здорово, по крайней мере, у людей большой голод. Но теперь вернемся вот непосредственно к той проблеме. Я высказываю свое мнение. В отношении сортов я ни в коей мере не согласен, что, допустим, плохие зерноградские сорта, ничего подобного. Селекционер, принимая решение, он взвешивает все нюансы. Прежде чем, это же его имя. То же самое про Краснодарской, за Виктора Ивановича, Анатолия Рыбалца Ивановича. Сорта достойны. Если проанализировать, один год выстреливает кубанские, другой год зерноградские, третий ставропольские, или, допустим, немчиновские сорта. Поэтому мне должна быть под каждое поле выдержана технология. Ну а теперь в отношении вот то, что по срокам сева. Вот я всем задаю вопрос. Вот, допустим, Приазовская зона, оптимальные сроки сева с 5 по 15 сентября. Влаги нет. Что делать? Ведь, понимаете, идут рекомендации. Влаги нет, увеличивайте норму высева. Как будто от нормы высева что-то изменится. Ну, больше посеем, больше погибнет, но что-то аж останется. Не говоря о том, что семена нужно качественно подготовить. Вот я опять задаю вопрос, зачем мы сеем 5 миллионов на гектар? Чтобы получить 50 центнеров. Но 50 центнеров можно получить и при норме высева 1 миллион. Начинать необходимо с семян. Семена мы, я говорю за большую часть фермерских хозяйств, готовят лишь бы как. Хотя государство дает субсидии на приобретение элиты. Пожалуйста, приобретай, возмещение нет. Сеют своими семенами. Кое-как отобрал, посеял, кое-как их защитил, кое-как веничком побрызгал хорошим каким-то препаратом. Увеличу норму высева, посею, как сказали, и в результате такой результат. Ну, если вот Елена Анатольевна сказала там в отношении пересева, я принципиально не согласен. Если мы имеем 150 растений, и они имеют 3 побега, зачем их пересевать? Управляйте этим процессом, вы получите 50-60 центнеров. Управляйте этим процессом. Вот. Вы сейчас только сказали, что управлять некому. Это другое дело, что можно. Не то, что там нельзя, можно. Вот. По крайней мере, пшеница озимая имеет огромный потенциал, который мы, к сожалению, не используем. И нам надо стремиться. Если Лукьяненко говорил, если агроном производственных посевов получит зерно пшеницы, колос пшеницы, у которого масса зерна с одного колоса равна 1 грамму, этому агроному нужно ставить памятник при жизни в товарных посевах. Сейчас реально иметь колос пшеницы озимой с массой 3 и более граммов. Реально. Только этим процессом нужно управлять. И здесь как раз таки огромная роль селекции. Ну а теперь я бы хотел бы вот показать то, что сделано 20 лет назад, но, к сожалению, это никому не нужно. А у кого пульт работает, да? Да, да. Сроки сева зимой пшеницы в Ростовской области. Мы сделали характеристику осеннего периода с 5 сентября, то есть когда наступают оптимальные сроки по Персиановке, метеостанции, по 28 или 29 февраля, то есть по конец зимы. За последние 50 лет прошлого века и пятилетие 21 века. То есть совсем недавние даты. И вот теперь смотрите.
Что происходило? Мы говорим потепление. Как это отразилось на развитии растений озимой пшеницы? Если с 51 по 60 год озимая пшеница при посеве 5 сентября вегетировала 73 дня, сумма температур 740 градусов, а Антон Иванович Носатовский, и он впервые в мире предложил определение сроков сева по сумме температур. 750-780 градусов растения озимой пшеницы должны осенью набрать такую температуру, чтобы сформировать 3-4 побега. И вот теперь смотрите, в это десятилетие, в принципе, то, что он говорил, продолжительность зимнего периода 108 и сумма отрицательных температур. Что произошло следующее? 75 дней или 6, плохо вижу. 75. 75 уже больше сумма положительных температур. Период зимнего периода такой, а отрицательных, то есть зимы были, становятся мягче. С 91 по 2000 год уже вегетировала при 5 сентября зимы 81, больше, меньше, больше. Ну чуть-чуть больше здесь. И вот теперь смотрите, с 2001 по 5, 85, зашкаливает, меньше, меньше. Как же вот раз налицо это потепление, это официальные данные по Персиановской метеостанции. То, что рекомендовал Антон Иванович Носатовский по зонам Ростовской области. Обратите внимание, я буду оперировать по Приазовской зоне, потому что потом все эти... С 5 по 15 сентября Никита Никитович Бородин. С 5 по 15 сентября. Оно и по другим зонам. И зональная система земледелия на 2001 и последующие годы. 5-15 сентября. А как же потепление климата? Ну, если когда рекомендации выдавал Никита Никитович, в общем-то, не было существенных колебаний вот в таких, ну, все-таки 60-е годы, пока он, это, результаты 50-х годов, то здесь уже налицо. А мы рекомендуем селянам сроки сева, те, которые, то, что был, рекомендовал Антон Иванович Носатовский. Вот теперь, что же происходит, по как мы сеем. Вот. Это как раз вот, Александр Витальевич, ответ на ваш вопрос, когда влаги не хватает, что же нам делать. А нам говорят, сеете. Вот с 5 сентября, ух, прошу прощения, 5 сентября, это уже Приазовская зона. Зима 2004-2005 года. 5 по кущение, сумма в декабре, сохранность какая? Декабрь, январь и за зиму. Какая сохранность? 15 сентября, ну будем говорить так, сохранность уже выше. 25 сентября, вот он пик. То есть оптимальный срок сева для Приазовской зоны по этому году является 25 сентября. Все, что позже посеяно, ведет к снижению. А теперь вот обратите внимание, так называемый подзимний посев, когда температура переходит через 3 градуса. Сохранность выше, чем позднее. Поехали дальше. Вот за 2003-2005 год. Та же картина. И обратите внимание, по уже число побегов, сколько осенних, весенних побегов. Опять же, оптимальный срок сева является вот он. И подзимний посев имеет преимущество вот над этими. Ясно, та же закономерность. Та же закономерность. Мы изучали подзимный посев. Снижение до 3,5. Елена Витальевна, я вас не перебивал, поэтому послушайте, а потом будем обсуждать. Вот смотрите, то, что вот он наибольшая урожайность, и до 10 октября, если мы посеем,
ну еще будет урожай. Дальше сеять нецелесообразно, потому что мы попадаем в неуправляемый процесс. Что, в общем-то, получилось в прошлом году, позапрошлом году и в этом году. Но слава Богу, что зима была очень мягкая, и люди получали всходы в ноябре, в декабре, в январе, в феврале. А потом, в феврале месяце, я сам был свидетель, ездил в Ставропольский край через Ремонтинский район. В середине февраля месяца ромами кормили озимую пшеницу. Селитрой. То, что растения сохранились, начали вегетацию, это не говорит о том, что нужно стимулировать, чтобы они начали интенсивно отрастать. Вот то, что одна из причин, кто поторопился, у кого было недержание, вот появилась такая проблема. Поэтому шалопаи, разгильдяи, да, они выигрыши оказались. Да? Вот теперь смотрите. Это не только для Ростовской области. Успешно вот это применяют в Алтайском крае, в Самарской области, в Оренбургской области. И некоторые хозяйства Ростовской области. И территории давайте не будем брать. Да, ну я просто... Юг России нам интересен, наша аудитория. Вот подзимний посев 19 декабря 2017 года. Вот так оно выглядит 19 декабря. Вот в таком состоянии семена уходят в зиму. Это уже не семена, это уже растения. И мы проводили модельные опыты. Вот в таком состоянии зерновка пророщенная переносит до минус 25 градусов. Питательные вещества находятся рядышком. Зародышевые корешки есть. Слой почвы 4-5 сантиметров, это прекрасное одеяло. И желательно вот это все делать при прямом посеве, потому что наличие растительных остатков, это снег, это утепление, которое обеспечивает успешную перезимовку. А весной необходимо этим процессом уже управлять. Необходимо иметь опрыскиватели на шинах низкого давления, чтобы можно было по грязи зайти и посеять. Вот теперь я задаю вопрос ко всем здесь агрономам. Вот у нас сошел снег, ну, февраль месяц, в поле вы не зайдете. Тепло есть, влага есть, нужно сеять озимые, яровые. Мы же по грязи не посеем. Ну, только лишь с дрона или с вертолета. Мы ждем, пока высохнет. А вот это примерно полтора месяца подзимний посев использует ту влагу, которая у нас есть, и то тепло. Да. А как этой весной подзимние? Великолепно. Великолепно? Великолепно. Пострадали? Они не пострадали. Не пострадали вообще? Вообще. Как раз интересный был опыт у меня бинарной посева зимой пшеницы с люцерной. Люцерна начала отрастать. Люцерна подмерзла, а пшеница нет. Я прошу прощения, реплику можно? Да. Это речь идет о подзимнем посеве яровых культур? Нет, озимы. Озимые. Но они местами в этом году так и получилось. Вот смотрите, это март месяц. Март месяц подзимнего посева уже 18-й год, как они выглядят. Начало марта месяца. Это уже конец марта месяца. Это колошение. И вот так они выглядят перед уборкой. Это семенные посевы озимой пшеницы. И вот кущение. Процессом, вот Елена Витальевна говорит, невозможно ли там нужно пересевать, процессом кущения можно управлять. Начинать необходимо с обработки семян. Сейчас достаточно много препаратов, которые можно использовать для обработки семян, которые способствуют интенсивному и кущению, и формированию вторичной корневой системы. Николай Андреевич, да? Можно ли сделать вывод, что вот те посевы, которые были осуществлены озимой пшеницы позже, или подзимний посев, это отдельно подзимный посев, они в этой ситуации нынешней весны, потому что хотелось бы все-таки на весне сконцентрироваться, они себя лучше проявили и безусловно. От этого комплекса вот неблагоприятных факторов. Безусловно. Если вы слушали вот выступление Елены Витальевны, она дважды сказала, не нужно было спешить.
не нужно было спешить. Я имею в виду те посевы, которые находились после стресса. Ведь любое химическое, ну, воздействие, то ли удобрение, то ли препараты, они вызывают стресс у растений. Нравится кому или нет, ну только сказочники говорят, примени вот этот препарат, он сразу халва, ничего подобного. Но нужно смотреть, как растения себя ведут, индивидуально по каждому полю. Тут агроном должен быть не просто-напросто установил норму высева, должен быть технологом. По каждому полю он должен жить, наблюдать, конкретно давать свои рекомендации. Мы же все делаем, к сожалению, шаблонно. И вот теперь биологическая урожайность. Было посеяно 1 000 000 чистых и схожих семян. В результате биологическая урожайность 32 центнера. Это невеликий урожай. Но чтобы закончить вот свое повествование, коллеги, если у нас осенью складывается условие, что нет гарантии, что вы получите всходы, и до зимы они сформируют вторичную корневую систему и раскустятся. Я бы чуть-чуть этот срок отложил. У нас разработана методика по каждому региону и Ростовской области, и по другим, когда это осуществлять. Единственное, необходимо иметь инструменты. У нас достаточно много поздно убираемых предшественников, таких как кукуруза на зерно, сорга на зерно, подсолнечник, которые бывают годы у нас и в октябре месяце, и в ноябре месяце убирают, и эти предшественники чаще всего отводятся под яровые культуры. Это хорошие предшественники под озимую пшеницу, только под озимую, будем говорить так. Только этим процессом чуть-чуть нужно управлять. И минеральное питание, чтобы не создало впечатление, что вот мы весной получили всходы, все, брошено, ничего подобного. Как раз таки здесь необходимо и листовые подкормки, и ЖКУ, и селитра, если мы... Вот. То есть этим процессом надо управлять. И, естественно, нужно защищать. И еще, коллеги, вот чтобы переходить или говорить о пониженных нормах высева, там 1 000 000, 1,5 миллиона, необходимо качественно готовить семена. Опять же, я высказываю свое мнение, вот, кто-то может быть согласен, кто-то нет. Лучше установки Фадеева на данный момент подготовки семян нет. Кому интересно, я эту установку приобрел, еще не монтировал, это мини-компакт, вот, которая позволяет отобрать семена. Петкус, в общем-то, отдыхает. Петкус хорошая компания, хорошо готовит, но Петкус отдыхает. Невозможно сейчас. Вот основной фактор – это все-таки засуха, и с ним надо было прежде всего считаться, вот для того, чтобы… Безусловно. Вот хочу, потому что, в принципе, я занимаюсь прямым посевом, и вот тех предприятиях, которые применяют прямой посев, озимая пшеница пострадала меньше. Один из ответов – больше влаги. Там, раз больше влаги в почве, мороз меньше повреждает. Можно ли сказать, что вы в этом году вот на своем поле вы не потеряете? Я думаю, нет. Все будет зависеть от дальнейших. Пока все складывается на уровне. Вот у нас озимая пшеница только начинает колоситься. Ну, все позже.